и с FedEx я ездил, ну и в этим, в Лиге Чемпионов с ними я катал. По-моему, где-то еще я с ними катал. Карма. И карма была у Стирес, когда его заблочили. Карма была, я так понял, у Стиреса, да? Я правильно понимаю? Когда его блокнули там. Ну, его блокнули. Тогда Стирес рассказывали то, что его не то, что там его блокнули, его это там не то машины, там не то велосипед. Машина, машина. Это было забавно. Вылетел. Было забавно. То, что у вас тогда было, у вас прям был чистейший блок, то есть вас прям блокнули специально. Погнали. Поехали. Погнали. Вот если пытаешься уезжать, допустим, от группы, надо где-то 80 ставить процентов, да? О, я в жопе пока. А, мы все в А жопе, пусть. я первый. Мы с тобой в жопе, в лаге. Угу. А вы там втроем жопе. О, прям НЦЛ. За НЦЛом я прям сяду сейчас. Блять. Давай разгонимся втроем. Тихонечко. Рома говорит, без поезда сел за мной. Так сказал бы. Ебать ты даешь, Рома. Я вас подвезу чуть-чуть. Ладно, Илюха, вези, вези пока нас, вези. А, Он, наши походу, сенселы устал. забанят. Сапата, Аквариус, Мир уже уехали. И со старта как далее? Ну, надо. Может, на синий выстроимся? Есть смысл, нет? За мной я Давай сейчас на первую. разгоняю. Садись за мной. Садись, Вова, на... Куда На ты? какой? На синюю садись, давайте. Я перед Поехали. вами. Сука, уроды, а? А что, вы не Блядь. садитесь? Они вас заблокируют, да, ваше все? Да, специально блочат, суки. Так. Я уже час еду, вы никак меня не Я заманите. сел. Этих я Ну, заблокировал, поехали. НЦЛ. Астина, Сгуд. Сменами будем пробовать. Хуй Нас получится, да? блочит этот все. Такой пидор, а? А что, пидор, он красавчик как раз. Но у меня скоро силы закончатся. А, мы уже четвертые. А кто уехали там? Это эти. Про подкаст. Блять, надо сразу уезжать нахуй, выстраиваться где-то. Блять, меня заблочил Сапата. Ладно, что-то вообще не сработало. Я заблочил бельгийцев. Вот Рома, это. что ты не поехал? А. Вот за этим надо, блядь, пробовать. Да нет, сейчас его втроем мне разъебут. Не, мы вместе попробуем, блядь. Все, Рома уже сдался.
Ну, ты мог бы за бельгийцами посидеть бы и... Так а ты что-то исполнил в самом начале, сказал, едем все поодиночке, сел за мной на поезд и молчишь, вообще просто молча едешь и молчишь. Ну, это как ты хочешь командно ехать, если ты говоришь одно, а садишься в поезд и молча, ничего не говоришь, не догоняй, не... В смысле, куда? Так ты ничего не говоришь. Я у тебя на колесе поехал, ты меня. Ты не сказал, что мы едем командой за ними. Ты сказал, мы едем просто сами по себе несколько кругов. Зачем ты садишься на колесо ко мне и ничего не говоришь, что делать? Я, например, вообще не понимаю, что мне делать. Поэтому я просто ехал. Когда сел на мне колесо, я начал что-то там разгонять. Я тебе вот в командах вообще не понимаю. Ты вот капитан команды, расклеиваешься, как я не знаю, кто, блядь. Как будто у тебя депрессия с нами ездить. Мы вот Они аж, такие, ну, блядь, какие-то. втроем спереди уже, сука. Ну, у тебя Кто спереди? какая-то Впереди уехали. апатия на нас или что? Тебе с нами неприятно ездить, я хуй пойми. Тебя, ну, нету ни желания ни командовать, ничего не сказать нам. Блин, ну мы вообще не понимаем, что нам делать здесь. Ты за всю гонку, капитан, не сказал ни одного слова нам. Иди Никуда нахуй, вот нахуй. строиться, никуда строиться. Нахуй вообще мы тогда что-либо делаем? Вообще А вы нахуй мы играем строите в эту изначально игру? тогда на синий или на Нахуй белый мы давайте? строимся, нахуй мы идем в командную игру, когда ты, блядь, депрессивно настроен на поражение изначально, что мы нихуя не умеем, нихуя не построимся, нихуя не сделаем. В чем Надо на смысл белый служения? строиться, мне кажется. Я, честно, тебя немножко не понимаю в командных турнирах. Ты вот каждый раз нам говоришь, что мы хуевые. Блядь, а что сложно? Мы построили за 1 секунду на синюю линию. Просто вы никуда не можете выехать на нее. Но это другой вопрос. Блядь, у меня нет желания ехать с тобой, Ром, когда ты мне каждый раз говоришь о том, что, блядь, мы не... Нет! Чего ты, блядь... Чего ты сдаешься так быстро, блядь? Да нахуй ехать, а не выиграть, блядь? Что это, нахуй ты вообще заходишь? Зачем мы заходим в эту игру? Объясни мне, пожалуйста, за весь, блядь, турнир, вот сегодняшнего скретча, ты не сказал ни слова, что нам делать, ни слова. Ты говорил только фразу, да похуй, они же выиграли. Блядь, ну нахуй мы вообще зашли сюда, скажи. Ты можешь сделать хуёво, но, блядь, хотя бы в команде. Пусть скажешь, блядь, пацаны, ну хуево построились. А так ты просто, ебать, да ну у нас все равно нет шансов построиться, нахуй вообще то что делать. И сам сел мне на хвост, молча, ебать, и думаешь, что пойму, что мне надо делать. Скажи, Клян, поехали догонять, я сел тебя на колесо. Все, блядь, и я поеду, мне еще похуй, могу в стол уебать, могу сдаться на последнем месте. Ну, блядь, скажи хоть слово мне. Ближе, я был первым, сяду здесь. Окей. Сука, я в жопе, понятно. А нет, я нормально на Так, синий. так, Я мог так. даже Ага, первым первый. выстроиться. Да, первый. Я первым выстроюсь тогда. Выстраивайся, давай. Илюха, ты за ним можешь садиться уже. Я сел уже. Все, Лаки, чуть посильнее давай тогда. Я сейчас Уроды. подсяду к вам. Ага, сел вроде. Поехали, Лаки, поехали, поехали, Еду, поехали. еду. Они там выстрелили, смотри, тоже по синей. Садись, Ром. Так, ебаш на полную, чтобы догнать. Давай. Как там блок? Уходим, может быть, на Ухожу. вес уходим? Я ухожу, пока отдыхаю. Ну, видимо. Я их притормозить попробую. Так, я тоже тут пытаюсь сесть. Так, у них все сломалось, давайте что-то делать. На белую выстраиваемся, Илюха. Делает, ага. Блять, меня тут заблочил. А кто тут Я впереди? устал сильно, Впереди, я впереди, пиздец. я впереди с этими Я понял, что ты другом. устал.
Сейчас тогда вот сейчас парни, есть идея. Рома, поехал там вперед. Не блоки... Илюха. Блокировать? Волк. Ну ты их главное не развози. Поехали за тобой на этой линии. Все, вот тут и едет. Давайте. Вот тут едет. Но быстрее не надо. Пять. Все окей, а. Все норм. А что ты ушел, Илюх? Так, Васи устали. Мы его возьмем. Не развози, Илюх, не развози. Я его не развожу, нет, не в этом смысле. Что ты делаешь? Ты остановился сейчас или что? Я стопанул. А зачем? Ты наш весь поезд сзади стопанул, блядь. Блядь. Ну ты хоть что-то говорите, блядь, ребята, вы вот если что делаете, сука, хоть слово скажите, блядь. Вы можете хоть язык свой открывать и говорить, блядь, что вы делаете? Сейчас сзади еду. Да, блядь, похуй, что вы делаете, вы ни слова не можете сказать. Хотя я сейчас буду блочить. Ага, все. Не надо, я с тобой здесь, блядь. Блочить надо, если у нас все плохо. Мы едем вместе тут, не надо блочить никого. Я силу восстановлюсь. Ага, вижу. Все, поехали. Качусь. Догоняй, Илюха. Я что делаю? Ухожу. Один сейчас уедет, ребят. Заблочили. Блять, что заблочили? Один человек. Вы что, не можете его обойти или что? Говорю, я закончил. Лаги, я за тобой, поехали. Бля, я хуёвый, честно говоря. Надо догонять, ну что делать? Давай. Ну давай, я по полную ебану сейчас. Давай. Красный не, сейчас не ебу. И потом ухожу. Да у меня нету больше, пиздец. Я кое-как догнал. Хорошо, давай. Все, пиздец, я ушел. Не могу. У меня силы закончились, Ром. Езжай. Ушел. Так, ладно, этого догнали. Ебано, но догнали. Так они трое просто. Ты понимаешь, что ты у нас самый слабый, и ты еще впереди всех. Да. Спасибо. Не, ну эти дебильные блоки, Илюхины, зачем-то испортили нам поезд, блядь. Ни слова не говоришь, ну, пиздец. Я сказал то, что я блочу, не надо. Да что, ты уже заблочил мосты, я говорю, что ты делаешь, что ты блочишь? Да, я блочу, блядь, зачем? Ты зачем тогда за мной ехал? Я тоже не понимаю. Ты а мы все паровозом ехали за тобой. А что Рома пишет, ГГ? ГГ пишет Рома опять. Му. Блять, я не понимаю просто, как можно было так... Мы же догнали и... Кому догнали? Илюха, ну блин, у нас было все в порядке. Зачем ты блочил там поезд? Мы отвалились все. Потом вы выстрелились как-то, блядь, взяли, вас заблочили как лохов в одно лицо. Но уйти вправо вы не можете или как? В чем была проблема уйти вправо? Вы что, думали, они вас повезут, блядь, или что? На что вы надеялись? Так бездарно ездить, пиздец, блядь. Ну, никакой коммуникации, ни слова. Вот по гонке вообще ни слова не говорит. Никто кого блочит, никто где сел, блядь. Ну, взять, выйти и, блядь, заблокировать наш поезд и не сказать нам вообще ничего. Я видел.
Вот и видео. Ты ни слова не сказал, Люк. Ты просто взял, блядь, сказал, сказал то, что я забыл. Я тебе сказал, я не знаю, то ли ты глухой, то ли у тебя, я не знаю, что в этот момент. Ну так скажи, что мне делать, ребята? Я еду вот впереди. Взял, заблочил наш поезд весь. Нахуя? Вы что придумаете эти блоки, блядь? Они не надо блочить, блядь, когда мы все вместе едем. Ну мы, блядь, сами себя заблокировали. А потом вы встряли, блядь, в поезде из одного человека. Вы думали, он вас повезет к ним, блядь? Понятно, что он остановился в ноль. Ой, блядь. На заговор месте это пиздец, конечно. Они аж трое, блядь, там, ну пиздец. Да не, ну это, ну, блядь, играем как детский сад. Ну, блядь, я уверен, что у них в Дискорде, блядь, общение хоть какое-то идет. Да. Что у нас еще будет? Элиминейшн? Ну нет, сейчас спринты выедет. Нет, сейчас-то спринты, да. Вообще. Элиминейшн, да. Может, князю там попробовать? Своих тоже, он не будет блочить. Нет, князь по-любому поедет там, он хорошо едет на него. Это вообще блочить ничего не...